Каково ваше понимание полтергейста и чем его проявление отличается от обычного явления призраков? Полтергейст — это, по-видимому, одна из форм энергии, и когда мы думаем о полтергейсте, я предполагаю, что мы думаем о том, что делают полтергейсты. И я предполагаю, что главное заключается в том, что они, по-видимому, способны передвигать предметы. Они передвигают какие-то предметы. Иногда они бросают камни, и эти камни иногда могут двигаться по очень странным траекториям. Камни могут двигаться со скоростью, которая, по-видимому, противоречит законам физики. Полтергейст также может вызывать пожары. В ряде случаев, которые я расследовал, в одном доме наблюдались множественные вспышки пожаров. Они также иногда могут говорить, и полтергейст отличается от обычного привидения тем, что полтергейст, по-видимому, связан с людьми. К тому же они носят относительно кратковременный характер, в то время как призраки, по-видимому, больше связаны с определенными местами и, как правило, длятся более длительный период времени. Так что в этом, вероятно, и заключается ключевое отличие. Спасибо вам большое.